друзья, если вы любите скумбрию, то сегодняшний рецепт именно для вас. Сегодня готовлю балык из скумбрии. Балык получается необыкновенно вкусным, готовится легко и просто. Все ингредиенты и количество пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Приготовьте такую рыбку, удивите всех своих друзей и гостей, и также порадуйте домочадцев. Итак, займемся рыбой. Для начала у скумбрии я отрезаю голову, хвост, разрезаю брюшко, удаляю все внутренности и далее рыбу хорошо промываю под проточной водой. Затем рыбу разделю на филе и аккуратно удалю все кости. Рыбку я подготовила, теперь приготовлю посолочную смесь. Для этого я беру сахар, соль, сухую горчицу, сладкую молотую паприку. Все хорошо перемешиваю, и посолочная смесь готова. Затем посолочной смесью посыпаю рыбное филе с двух сторон и слегка посолочную смесь растираю по рыбке. Далее рыбу помещаю на тарелку, оберну пищевой пленкой и отправлю в холодильник ровно на сутки. Также для приготовления можно использовать обычный пластиковый пищевой контейнер. Ну что, у меня прошли сутки, рыба практически готова. Сейчас при желании рыбу можно промыть под проточной водой, но я этого не делаю. Беру скрепки, у меня обычные скрепки, нанизываю на скрепки филе рыбы и отправляю рыбу в хорошо проветриваемое помещение. В данном случае рыба у меня будет готовиться на балконе. Балкон у меня очень хорошо проветривается. Под рыбу подкладывайте обязательно какую-нибудь емкость, потому что из рыбы будет выделяться сок. И в таком состоянии рыбу оставляю ровно на сутки. При желании можно ее оставить на двое. Ну что, у меня прошли сутки, рыбка готова. Она получается вот такая красивая, сочная, аппетитная, тающая во рту. Такую рыбу я всегда предпочитаю подавать с картофелем. Но это же очень вкусно. Приготовьте такую рыбу и порадуйте всех своих домочадцев. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео и пишите свои комментарии. Также не забудьте зайти и подписаться на мой основной канал. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте, и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью и желанием приготовить самое вкусное блюдо. Всем пока-пока, готовьте с любовью.